Приветствую всех! Очень часто неопытные радиолюбители сталкиваются со следующей проблемой. Найдя или выпаяв со старых плат вот такие вот детали, приняв их за транзисторы, их начинают проверять на пробитость, непробитость и пытаются по логике вещей, как кремниевые транзисторы проверяются, прощупать их, скажем, с помощью тестера. Вот я нашел у транзистора базу. Она сейчас у меня на красном выводе. И эмиттер-коллектор у меня находится где-то здесь. По логике вещей и таких корпусов коллектор находится посередине. Со следующим транзистором, якобы, я поступаю таким же образом. Вот есть проводимость, но тут проводимости нет. Очевидно, в этом корпусе база расположена где-нибудь иначе. Давайте проверим так и проверим вот так. То есть получается, что у нас здесь база посередине. Давайте проверим следующий, якобы транзистор. Он имеет немного другую структуру, но при этом ведет себя точно так же. То есть у этого транзистора нашли базу и у этих транзисторов нашли базу. Но не все так просто. На самом деле из этих трех деталей транзистор только один. И действительно, и на форумах, и в комментариях оставляют такие просьбы разобраться, а почему вот этот транзистор не такой, как этот. Вроде и похожи, да? Есть тем более, что один в один транзисторы вот такие. Но если приглядеться, вот на этих типа транзисторах есть вот такой интересный значок. Вот он, нарисованный диод. Ну и что такого? Два диода, включенные навстречу друг другу или разбегающиеся друг от друга, это есть изображение транзистора, не так ли? В теории да. В теории действительно очень часто транзисторы изображают как два встречных диода, либо два разбегающихся диода, соединенных либо катодами, либо анодами. И в данном случае это служит как раз обманкой. На самом деле это не транзистор, это диод Шотки. Диоды Шотки, причем собранные парами. Эти элементы очень часто применяются в аппаратуре для быстродействия, потому что выполнены эти диоды Шотки по эпитаксиально-планарной технологии, то есть они не являются точечными диодами, они не являются сплавными диодами. Есть такая технология, которую Шотки разработал, чтобы сделать более быстрые транзисторы. Интересно то, что раз уж мы выяснили, что это не транзисторы, а именно диоды, то неплохо было бы пытаться сделать попытку и собрать усилитель или генератор не на транзисторе, а на диодах. Увы, такая версия не пройдет. То есть сделать вот на этой паре диодов Шотки что-то вроде транзистора не получится. А теперь давайте немножко о внутренней структуре и о диодах вообще. Всем, наверное, хорошо знаком вот такой вот старинный диод. Это точечный диод германиевый. Если внимательно приглядеться, внутри этой колбочки стеклянной находится кристалл германия. И в него упирается небольшая тонкая игла. Многие пытались сделать из таких диодов транзистор, втыкая две иголки, либо совмещая их каким-то образом. Но этот номер тоже не проходит, и немножко позже я скажу почему. Это германиевый диод, он имеет очень большие токи утечки, он не выдерживает обратное напряжение, и когда его пробивает, он полностью выходит из строя. Хотя диоды Шотки сделаны из кремния чаще всего, и они ведут себя точно так же, как вот этот вот германиевый диод. Они очень хорошо приспособлены для работы на высоких частотах. Применяются в схемах логики, ЭВМ, ну и в прочих элементах типа сотовых телефонов, где применяются чипы. А чипы сейчас применяются везде. И отличаются от вот таких вот кремниевых собратьев тем, что очень быстро могут переключаться. Хотя имеют и паразитную емкость, достигающую 1100 пикофарад. Вот эти вот кремниевые диоды, если соединить подобным образом, как вот эта пара диодов Шотки, будут иметь достаточно большое падение напряжения, и из-за этого применимость их ограничена. То есть падение напряжения на каждом из диодов 0,6-0,7 вольта – это многовато. Иногда это падение напряжения очень большим бывает. На таких диодах
Падение напряжения очень мало. Я могу даже продемонстрировать это прямо сейчас на приборе. Смотрите. Возьмем обычный выпрямительный кремниевый диод и попробуем померить, ну, как бы прозвонить его. На вольтметре, ну, а точнее на тестере, мы увидим некоторое число, которое не напрямую, но указывает именно падение напряжения на переходе. В данном случае эта цифра просто вам должна показать величину, но не абсолютное значение. А теперь посмотрите, запомнили, да? Вот на выпрямительном диоде падение напряжения 425. В чем измеряется, это только производители прибора знают. А теперь посмотрим, какое падение напряжения на германиевом диоде. Три сотни. То есть отличается минимум на сотню. Теперь давайте проверим диоды Шотки. Похож на германиевый, хотя вот этот вот именно, ну, двойной диод Шотки, он из себя представляет сборку такую. Причем в качестве металла здесь использован молибден. И этот диод настолько же быстрый, как и вот этот, хотя имеет именно кремниевую основу полупроводника. Диоды Шотки выпускаются не только из кремния, есть и германиевые, есть сделанные из арсенида галлия для сверхвысоких частот, но эти кремниевые. Но именно вот технология Шотки позволила достичь падения напряжения на таких диодах очень низкого. Давайте покажу. 114 единиц. Это не вольты, еще раз подчеркиваю. Мы таким вот образом не можем увидеть падение напряжения в вольтах, для этого надо собрать схему. Что еще можно сказать о вот таких вот диодиках? Ну, во-первых, их можно, конечно же, прочитывать. Вот, скажем, парочка считываемых параметров, которые есть на диоде, и по которым можно хоть как-то ориентироваться. Оба диода, ну, а точнее пары диодных, они кремниевые. Одна с молибденом, другая с золотом. Читаются такие диоды Шотки, а точнее их пары, следующим образом. Первое – это обозначение тока, то есть какой ток в амперах выдерживает такой диод, ну причем и тот, и другой. Второе значение – это вольтаж, то есть максимальное напряжение, при котором можно использовать еще диод Шотки. В основном, если даже стоит сотня, используется примерно 70 вольт. Диоды Шотки и вот такие вот двойки, они не выдерживают высоких напряжений. Несмотря на то, что это такой мощный корпус, он призван рассеивать тепло, потому как здесь большие токи утечки, и эти диоды очень сильно разогреваются. Вот. Такой корпус рассеивает тепло из-за того, что пропускает очень большие токи. Вот данная пара имеет напряжение всего 40 вольт, но зато вот эти 40 вольт компенсируются тем, что падение напряжения на самих диодах здесь мизерное, катастрофически мизерное. И вот этот кремниевый диод Шотки превосходит по своим параметрам даже германиевые диоды. Ну, не все, конечно. Есть специальные диоды, которые выполняются по другой технологии, которые, конечно, диод Шотки не может переплюнуть. Еще есть по маркировке некоторое замечание. Когда мы видим вот здесь вот в буквенном обозначении какие-то буквы, а они могут быть С, А, И, Д, вот, то мы можем увидеть то, как соединяются эти диоды внутри вот этого корпуса. То есть обычный диод у нас имеет анод и катод. Диоды с общим катодом обозначаются вот этим вот индексом С и имеют вот такую внутреннюю структуру. Диоды с вот такой структурой обозначаются буквой А. Реже встречаются вот такие структуры диодов и обозначаются они буквой D. Я бы их назвал полумостом, но такого названия в даташитах я, конечно же, не встречал. Хотя из любой из этих двоек можно собрать полноценный диодный мост. Делать диодные выпрямительные мосты на диодах Шотки – это не совсем хорошо. Не для выпрямителей они предназначены. Но тот, кто занимается сбором, скажем, мизерных токов от антенн, от каких-нибудь устройств, которые извлекают статику, еще что-то, и где требуется очень маленькое падение напряжения на самом переходе этого диода,
Вот такая пара диодов очень будет выручать. Именно с ней я собираюсь провести некоторые эксперименты, которые позволят мне собирать свободную энергию. Но не из эфира, а из проводов. Хотя вот такие структуры встречаются нам достаточно часто, люди все-таки периодически их путают. И вот такие вот устройства, похожие, но разные, вы должны знать. На этом все, ребята. Пока. До следующих встреч.